Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Страница 53, задание внизу страницы. В этом задании мы должны найти значение данных числовых выражений. 1 умножить на 26. При умножении любого числа на 1 получается то же самое число. То есть у нас получится 26. 0 умножить на разность чисел 21 и 8. Сначала нужно выполнить 10 в скобках. Но какое бы число у нас в скобках не получилось, при умножении его на 0 получится 0. В последнем примере действия выполняем по порядку. 17 плюс 80. 10 плюс 80 равно 90, плюс 7 – 97. 97 плюс 3. 7 плюс 3 равно 10. 90 плюс 10 равно 100. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.